Всем привет! Вы на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти компаниях. Сегодня я хочу рассказать о новом стартапе BitDays. Казино BitDays – это успешный, уже зарекомендовавший себя проект, трансформация казино BitDays, которая заработала 2300 биткоинов. Мы заходим на новый рынок стоимостью более 50 миллиардов долларов. Зарабатываете свою долю, приносящую дивиденды, присоединившись к ICO. Итак, вклады. Вклады принимаются в биткоин, ландкоин, эфир и додж. Существующие инвесторы получат специальные условия конвертирования своих ставок в токены. Создание. Будет создано только 100 миллионов токенов CSNO без разбавления, без увеличения. 70% будут распределены между аудиторией, 30% останутся у владельцев. Распределение офчейн с использованием ERC-223 стандарта смарт-контрактов Ethereum. Доли. Обогащение. Держатели CSNO получат 70% прибыли BitDays, которая будет распределяться ежеквартально через смарт-контракт Ethereum. Функционал. Размещение ставок, получение выплаты бонусов, торговля и передача. Токены CSNO торгуются на вторичном рынке и обмениваются на сайте. Дорожная карта проекта. Прибыль на сегодня. Прибыль составила 2300 биткоинов. У проекта уже есть 20 тысяч пользователей, которые сделали ставки на сумму 230 тысяч биткоинов. В 04.17.2017 года новый поставщик игровых автоматов, который принес более 20 игр. Многопользовательские игры, начало исследований и разработки смарт-контрактов, эфириум, добавление токена CSNO на сайт. 1 января 2018 года собственные игры BitDays, рулетка и BitIces. Мобильное приложение, онлайн-лотереи с токенами, лицензирование исследований и разработок. В феврале 2018 года выйдут ставки на спорт, собственные игры BitDays, Baccara. В марте 2018 года появятся собственные игры BitDays, видеопокер, плинка, игровые автоматы. В апреле 2018 года появится покер. Использование дохода. Казино BitDays поставило своей целью заработать 10 миллионов долларов для следования своей стратегии трансформации. В течение многих лет казино успешно работало как криптовалютный и игорный сайт. Пришло время играть по-крупному. Структура использования дохода разработана для получения платформы прибыли в течение долгого времени с минимальными операционными рисками. Казино BitDays стремится воплотить эту стратегию в жизнь, учитывая интересы держателей всех токенов CSNO. Как мы видим, это уже успешный проект, который трансформируется, выходит на новый уровень криптоказино. Присоединяйтесь к нему. Этот проект наверняка принесет своим инвесторам большие дивиденды. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!